Здравствуйте, с вами Вивьена. И сейчас в блиц-раскладе мы посмотрим, как ты там, любимый, живешь. Как ты там, любимый, живешь? А, живет он, да, он живет. Веселится весь народ. Как ты так вот веселится? Или так, как говорит слово, охуительно живется. Как он там живет? Ну, у него есть какие-то проблемы и какие-то обязательства, возможно, и денежного характера, как он там живет. Ну, конечно, я самый любимый, я хозяин Чукотки. Как он там живет? Песенки поет, думает о том, как ему как-то было, или дома, или что-то такое. И думает о деньгах. У него сейчас идут проблемы с деньгами, и он думает о деньгах, потому что есть какие-то проблемы. Возможно, кредиты или муниципального характера, какие-то проблемы. И у него такое, как Обломов. Но завтра будет лучше, завтра будет лучше. Ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, принимаю, благодарю. Жду вас в Телеграм, задавайте вопросы, ответы. И сердечко, пока-пока. Кому лично? Тоже.